Вот наша дача. Вот там вот калитка. Так, вот сжималась у нас. Тут немножко картошечки. Это мой Одиссейка, дачный автомобиль. Так, тут у нас вот одна тепличка, вторая тепличка. Тут вот у нас Танечка перцы солит, зелень всякая тут, огурцы там, мучечка. От клубника заросла. Это Танюсенька вышла. Мама попросила снять для нее. Вот, помидорки какие хорошенькие. Это тоже жималось. Там малина. Тут тоже маленькая тепличка. Ну, как бы та, но разделенная напополам. Танетка, облепиха. Это груша. А это ранетка в этом году первый раз. Червомуха. Таня меня заставляет ее спилить. Но на следующий год ее спилю. Червомуху эту. Мы когда дачу купили, маленькая-маленькая была. Нам сказали, что это будет абрикос. Но вырос не абрикос, а выросла черемуха. Тут у нас качеля. Большая качеля. Вот такая, такой навес, такой из детского, из детского. Так, это у нас беседочка такая, ну, мы тут летом кушаем. Иди сюда, Тань. Ну а чё ты не идешь сюда? Таня боится сниматься на камеру. Гляди-ка. Тут у нас кедр растет. Там емкость и елка. На этой елке бегают белки. Это вот та старая часть дома. А это я в прошлом году пристройку такую сделал. Сломал часть дома. Залил такие столбики. Сделал такую часть. Вот эту часть тоже буду ломать в этом году, наверное. Там у нас еще такая маленькая качелька. Там такой домик деревянный, маленький. Мангал. Там мой такой сарайчик такой хозяйственный. Древенчок. А тут такой бардак, потому что в этом году все это вот ломать. Вот баня. Баня тоже пока. Пока как бы, пока баня всякими закрыта. Закрыта. Это Женькин велосипед. Он ему большой еще. Женька на нем не катается. Ну пойдемте зайдем внутрь. А, сперва вот то, что ломать буду. Это была старая такая кухня. Здесь сейчас все это еще будет ломаться. Все ломаться будет. Там была вот с этой стороны, была практически такая же. Я ее сломал. Сделал кухню. Вот кухня.
Это часть дома, которая, ну, старая часть, ну, ее ломать точно не буду. Но единственное, когда с той стороны комнату еще одну сделаю, здесь буду полностью вскрывать полы, потому что здесь в одну доску всю потолок буду все вскрывать. Ну и стены буду обшивать и утеплять их. Ну, как бы и сбылся, но брус такой 10 на 15, и он стоя на 10 стороне стоит. Как бы и листвяк, полностью все из листвяка сделано. Она такая достаточно холодная. Ну, плюс еще пол, плюс потолок, ничего не утепленное. Поэтому, но крепкая достаточно. Ну все. Тете Зое привет. Тете Тори тоже. Всем пока.